Я рад приветствовать вас на одной из самых красивейших рек Польского полуострова, река Сидоровка, в одноименном лагере Сидоровка Парадайз. Давайте я чуть-чуть расскажу сначала про работу лагеря, про сам лагерь. Лагерь у нас палаточный, значит, вода горячая 24/7, она есть всегда. Бывают сбои, но не думаю про это. Что еще? Значит, сушилка находится, помещение вот за вашими палатками. Душевая, она же умывальник с этой стороны, за кухней. Да. Вот печек в палатке на прошлой неделе особо не пользуюсь, было достаточно тепло. Ну, не знаю, как будет на этой. Если кому-то надо, вы заранее говорите перед ужином, вам все зажгут. Потому что, ну, там надо понимать, как делать. Проще сделать самим, чем объяснить. Вышел протестировать удочку на домашний пул, на домашку. И прямо на первых забросах небольшая рыбка, я думаю, сантиметров 60. Сейчас мы тогда попробуем ее припарковать и потом покажем ее вам. Так, Илья, ну скажи, что ты чувствуешь? Вот, если честно, это был твой участок. Я вышел просто, чтобы махнуть боку. Я не хотел, искренне, понимаешь? Я знаю, что ты не веришь, как любой этот вот юрист. Но... То есть, как любой юрист? Ты не веришь клиенту. Как нормальный юрист, я считаю, что это чистое мошенничество. Украл. Просто взял и украл рыбака. Я разбирался с удочками и снастями. А то Борисович просто быстрее собрал удочку. И все. И вот результат. И вот результат. Уплыл. Ну хоть здесь справедливость восторжествовала. Да. Но мы замерили ее. Это была первая рыба нашей поездки. На пьяную голову. Просто на макание мухи. На забросим. На шестом, но не важно. Да. Ну, я, по крайней мере, видел только три. Блин. Поздравляю, хорошее начало. Надеемся на какое-то продолжение. Пойдем мерить. Мерить? Не, давай помоем еще. Ну, вот это поместим. Я здесь буду. Ой, прям так нравится мне это дело. Наверное, плохо слышно будет. Но вышли первый раз. Поймал первую рыбу в этом сезоне. Ох ты, и заброс не получается пока. Но все равно так приятно. Отличная компания, все наши друзья, все наши клиенты. Рыбы полно. На прошлой неделе здесь поймали 58 рыб. Одна рыба 124 сантиметра. Вы можете себе такое представить? 124 сантиметра. Ё-моё, мне хотя бы 123, я уже был бы счастлив. Поймаю, покажу. Прямо счастье. Утро. В 3:30 утра я вышел на домашку для начала, покидал. Ничего, никакого ответа не было. Вчера на домашке, кстати, впервые в жизни поймал я рыбку. И потом мы измерили 84 сантиметра свежую, прекрасную, на большую зеленую мушку, полярную ночь. А сейчас вот в 5 утра вышли на крысиный хвост. Вот этот пул за мной прямо под скалой называется крысиный хвост. У него две части. Верхняя часть – это сама крыса. И вот этот крысиный хвост убегает. И сейчас мы покажем, как попробуем, конечно, показать, что, может быть, здесь рыбка тоже есть. Пойдемте посмотрим. Только успел я забросить. Хотел показать для начала заброс. Опа! Но... получилось, что показываю парковку. Но поскольку гида с нами сейчас нет, это утро, то получилось вот так вот не очень красиво. Сейчас мы рыбку освободим, и я надеюсь, что она не сломает удочку мне. Вот небольшой грилс, то есть это рыба, которая впервые пошла на нерест в этом году. То есть рыбка сантиметров, ну вот это, наверное, не больше 60. Вот так на течение, конечно, не очень удобно, но попробую. Так, буквально с края, чтобы подцепилась она. Вот.
опять же на зеленую полярную ночку. Такой аналог Green Highlander на трубке. Довольно большом втором крючке. Нет, давайте мы ее освободим, а потом покажем рыбу. Удалось мне самому освободить. Рыба небольшая, но за это время вроде только что солнце было, но пошел уже дождь. Вот я смотрю, есть ли клопы. Клопов нет. Ну и мы отпустим. Вот какая рыбка. Пока. Обещал рассказать про растительность. И буду это делать. И вот одна из самых таких симпатичных представительниц — это дриада или куропачья трава. Цветет в июне. Так красиво. Вот она, красавица. Дриада. Но куропаток к ней мы не видели, правда. Встал, чтобы побросать даунстрим, и поставил большую снельду. Солнце вышло, поярче стало. Такие цвета немецкого флага. Довольно темная все равно муха. Даунстрим сегодня, как ни странно, тяжелее, потому что ветер очень сильный, встречный, и муху отбрасывают прямо на скалы. Я не такой кидальщик, кастер, чтобы это все дело пробивать. А рыба стоит...